Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы с вами выполним 449-е упражнение. Прочитаем задание. Выпишите сначала словосочетание с производными предлогами, заключите предлоги в прямоугольник, обозначьте условия выбора слитного написания предлогов. Затем выпишите остальные словосочетания. Итак, двигаться впереди колонны. Впереди предлог образовался из наречия, поэтому слитно. Находиться внутри троллейбуса. Внутри предлог образовался из наречия. Остановиться вблизи памятника. Вблизи предлог из наречия. Обойти вокруг памятника. Вокруг предлог из наречия. Спешить навстречу опасности. Навстречу предлог из наречия. Пройти позади стоящего трамвая. Позади предлог из наречия. И остальные слова. Ехать впереди, находиться внутри, расположиться вблизи, при обгоне посмотреть вокруг, разрешается поворот при отсутствии движения навстречу и стать позади. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале, а если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.